Приветствую, друзья! Еще один кумир в традиционном стиле, кумир Свинтовита. Выполнен он в славянских традициях. Это воин-защитник земли русской и всех славян, изображен, естественно, с воинскими атрибутами и рогом. То есть у него шлем, накидка воинская. Материал использовали для резьбы кедр, а вот с задней стороны у него просто плащ и шлемник. Изделие, в принципе, получилось интересным.